Всех приветствую на канале Animal Life. На прогулке девушки заметили на проезжей части маленький кусочек меха, посмотрите, кто это. В прошлом октябре подруги Ника Тодо и Ирина Ликликадзе гуляли по оживленной улице грузинского города. Вдруг на проезжей части они заметили какой-то маленький кусочек меха. Подойдя ближе, женщины поняли, что это крошечный щенок. Он был совершенно неподвижен. Казалось, что он уже не живой. Потрогав малыша, женщины почувствовали, что он еще теплый и дышит. Они поспешили подобрать щенка, которого в любой момент могла сбить машина, и отправились с ним в группу спасения собак «Друзья животных». В организации засомневались в возможности спасти малыша, он был очень истощен и страдал от большого количества паразитов. Но подруги упросили врачей попытаться. Первые несколько дней его держали на капельницах, так как обессиленный щенок сам даже кушать не мог. А чтобы он не мерз, ему пошили специальную меховую пижамку. Ветеринары установили, что это девочка, которой не больше одного месяца. Ее вес составлял всего 200 грамм. Ита, так ее все стали называть, быстро пошла в рост и превратилась в замечательную дворнягу. Она очень любвеобильная и доброжелательная ко всем людям. Иту забрала себе домой сотрудница организации. Охранник из собаки оказался никакой, ко всем обниматься лезет. А еще она обожает огурцы и тыкву. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!